Jaya Radha Madhava Gopika Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Gopika Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodananda Vrajajana Rajana Vrajajana Rajana Yavnadiravanachare Jaya Radha Madhava Vrajavihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada. Шрила Прабхупада ки джай, Дандарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя нарам чайва нароттамам девин сарасватим вясам тато чая мудирае нашта праешва бадрешу нитям бхагавата севая бхагаваттюттам ашлоке бхактира бхавати вайштике. Харе Кришна. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 30, да, последствия кармической деятельности, текст 6. Атма джая сута гара пашу дравина бандушу нирвудхамула хридая атманам баху маньяте. Причиной удовлетворенности обусловленной души условиями своего существования является глубоко укоренившаяся в ней привязанность к телу, жене, дому, детям, домашнему скоту, богатству и друзьям. Окружив себя всем этим, обусловленная душа считает, что достигла совершенства. Комментарий. Так называемое совершенство человеческой жизни не более чем вымысел. Вот почему говорится, что всем мирским достоинством материалиста грош цена. Материалист, к
какими бы добродетелями он ни обладал, всегда действует на уровне ума, который затягивает его в пучину переходящей материальной жизни. Потому, тому, чье существование протекает на уровне ума, закрыт доступ к духовной жизни. Такой человек обречен жизнь за жизнью влачить материальное существование. Обусловленная душа, окруженная друзьями и родственниками, людьми, которые ей близки и дороги, кажется вполне довольной жизнью. Атмаджая сутагара пашу дравина бандушу нирудхамула хридая атмана баху маньяте. Причиной удовлетворенности обусловленной души условиями своего существования является глубоко укоренившаяся в ней привязанность к телу, жене, дому, детям, домашнему скоту, богатству и друзьям. Окружив себя всем этим, обусловленная душа считает, что достигла совершенства. Помагьяна тимиран дуся агьянан джана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гуравейн маха мука кроти вачалам памгум лагайте игрим. Ядкрипата махам панде шри гуру динатаринам намам вишна падая кришна приштая бутале Сримати Бхактивиданта Свамини Тинамине, Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчати Деши Тарине. Джай Сри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Сри Адвайта Гададхара Сри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так. Здесь Капила Муни описывает Грихамеду, материалиста, который привязан к семейной жизни. Можно микрофон выключить? Так, материалист естественным образом привязывается к своей семье, детям, потому что отождествляет себя с этим телом. И это причина материальной болезни. Шрила Прабхупада начал свою проповедь с того, что проповедовал отличие души от тела. Почему? Потому что для того, чтобы избавиться от материализма, необходимо получить лекарство, дивья гьян. Я есть дух, я не есть это тело. И, в общем-то, с этого начинается проповедь каждого преданного, и с этого начинается проповедь Кришны в Бхагавад-гите. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы немного выйти из кокона, в котором мы находимся. До тех пор, пока я живу в этом коконе материальной обусловленной жизни, все эти привязанности, они будут тормозить мою духовную жизнь. И Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам объясняет образ жизни настоящего семьянина, да, вайшнава. Вайшнава, семейного человека. И, в общем-то, это то,
А к чему нам нужно в основном? Да? Потому что большинство людей, они семейные люди. Теперь в этом стихе написан образ мыслей материалистичного семьянина. И для того, чтобы понять, как должен мыслить настоящий вайшнав семьянин, давайте обратимся к высшему авторитету Кришны. Кришна описывает это в 11-й песне Шримад Бхагаватам, он говорит это в Удава-гите, 11, 17, 51 и 55, он описывает образ жизни настоящего семьянина в 4 стихах, да? Даже в 5, 51, 55. Это очень интересно, очень важно. Давайте внимательно послушаем. Кришна говорит, семьянин должен обеспечивать всем необходимым тех, кто от него зависит, на деньги, либо пришедшие к нему сами, либо заработанные им добросовестным исполнением своих обязанностей. По мере возможностей такому человеку надлежит проводить жертвоприношения и другие религиозные обряды. Главе семьи, на иждивении которого находятся многочисленные родственники, следует избегать материальной привязанности к ним, а также беспокойств, которые обычно снедают того, кто считает себя хозяином дома. Разумный семьянин должен понимать, что счастье, уготованное ему в будущем, будет таким же мимолетным, как и счастье, оставшееся в прошлом. Жизнь в обществе жены, детей, родственников и друзей сравнивается с случайной встречей путешественников. Да. То есть, когда мы путешествуем, мы встречаем случайно каких-то людей, но мы должны понять, что рано или поздно, вот сейчас остановка, и я выйду, и все. Точно так же жизнь в семье, она также быстротечна. Только она длится подольше. С точки зрения вечности, это тоже может быть полчаса, может быть час, а может быть и того меньше, мгновение какое-то. После очередной смены тела мы расстанемся со своим окружением, подобно тому, как после пробуждения человек расстается с принадлежащими ему во сне богатствами. Тщательно обдумав положение, в котором он находится, достигший освобождения, человек должен жить дома, как гость, без собственнического чувства или ложного эго. Преданный, ведущий семейный образ жизни, может остаться дома, отправиться в паломничество по святым местам или принять саньясу. То есть, это то, как Кришна описывает грихаста ашрам, потому что ашрам – это место, где поклоняются Кришне. Это не место, где просто наслаждаются жизнью. Ашрам – это место, где поклоняются Кришне. И грихаста ашрам подразумевает, что семья поклоняется Кришне, и Кришна – центр нашего дома. Вот. Это очень важный момент, потому что жить в семье совсем непросто. И каждый из нас, я думаю, прошел через это, или же проходит через это. И одновременно с этим практиковать духовную жизнь очень непросто. Но так или иначе, если я желаю духовно прогрессировать и не остаться в этом мире еще на долгие-долгие жизни, то мне необходимо понимать, что семейная жизнь, у нее другие цели. И Бхактивинод Тхакур, он
говорит читание Шикшамрити, что человек имеет различные потребности. Мы знаем, что есть 4 потребности, да? Телесная, умственная, эмоциональная и духовная. И когда Бхактивинода Тхакур объясняет об эмоциональной потребности, то вот тут вот как раз касается все это семейной или общественной жизни. Бхактивинода Тхакур объясняет, что есть потребности тела и ума, а есть социальная потребность. Вот, то есть и обязанности, касающиеся, в общем-то, социальной или порядка в обществе, они связаны с семейной жизнью, потому что общество это оно состоит из семьи. Общество, ячейка, говорится, это, вернее, семья – это ячейка общества. Поэтому в соответствии с ведами семейная жизнь – это союз трех, а не двух. Большинство людей, они воспринимают семейную жизнь как союз мужчины и женщины. Почему? Потому что они считают, что это наше личное дело. Никто не имеет права, так сказать, вмешиваться в наши отношения. Но в соответствии с Варнашрамой это не так. В соответствии с Варнашрамой общество несет ответственность за здоровье каждой семьи. И семья несет ответственность перед обществом за здоровье своей семьи. Да. Поэтому Бхактивинода Тхакур, когда описывает вот эти потребности или правила поддержания порядка в обществе, он говорит об институте брака. То есть институт брака – это институт. Там, ну, в ведическом обществе были правила, люди не могли просто так вступить просто в семейную жизнь, найдя там подружку какую-нибудь на улице. Нет. Были люди, институт бракосочетания, да, и люди, которые занимались бракосочетанием, они, это браманы, которые знали эту науку очень хорошо. И они сводили мужчин и женщин в соответствии с их совместимостью, их положению семейным, их родителей. Они учитывали все, так сказать, тонкости совместимости. Поэтому в системе Варнашрамы не существовало понятия разводов. То есть даже если молодые люди, они не очень ладили друг с другом, им помогали найти общий язык и утвердиться в дхарме, не разрушать семью. Поэтому на самом деле мы должны понять, что Варнашрама – это прежде всего образ жизни. Это не просто деление общества на кшатри, вайшьев, шуд, браманов, да? Многие из нас так воспринимают Варнашраму. Думают, что Варнашрама – это деление общества на 4 класса. На самом деле Варнашрама прежде всего означает благочестивый образ жизни. Прабхупада, он во многих местах говорит в своих комментариях, что человечество без системы Варнашрамы все равно, что животное общество. Почему?
Да, потому что прежде всего варнашрама означает нравственная жизнь. Поэтому Бхактивинод Тхакур, он объясняет это, что человеческое общество, в котором нет таких понятий, как всеобщее братство, взаимопомощь, добропорядочность, честность и правдивость, в общем-то, не является человеческим обществом. Это те необходимые составляющие, пять составляющих, которые составляют культурное человеческое общество, то есть цивилизованное. Да? Вот. Поэтому нам нужно понять, что в общем-то для того, чтобы человек жил счастливо, будучи грехастой, прежде всего у него должно быть правильное сочетание своих предписанных обязанностей и преданного служения. Потому что это духовная потребность, а это материальные потребности. И гармония между этими потребностями, она крайне необходима для счастливого существования. Поэтому Бхактивинод Тхакур, когда говорит о бхакти, когда он дает определение бхакти, в третьей главе читания Шикшамрити он дает определение вайди бхакти. И он, это очень интересное определение. И он говорит, что правила, помогающие развить в сердце влечение к лотосным стопам Кришны и одновременное следование правилам варнашрамы, есть бхакти-йога. Он говорит о двух видах правил. Следование правилам бхакти и следование правилам варнашрамы. Вот. Исследование правилам варнашрамы это прежде всего благочестивая жизнь, нравственная жизнь. Бхактивинод Тхакур дает определение нравственной жизни. И он говорит, что нравственность состоит из всепрощения, благодарности, правдивости, честности, воздержания от воровства, отказа от незаслуженных даров, сострадания, самоотречения, уважения к священным писаниям, паломничества по святым местам, рассудительности, учтивости, поклонения Господу и неукоснительного выполнения предписанных обязанностей. И, в общем-то, мы должны видеть, что он описывает здесь определенные качества, которые составляют сам по себе принцип нравственной жизни. И эти качества, они делают человека цивилизованным. Давайте немного помедитируем на эти качества, да? Потому что я уверен, что если бы каждый преданный искон обладал бы вот этими качествами нравственной жизни, то у нас не было бы проблем с имиджем в обществе. Нас бы общество носило на руках. Почему? Мы можем думать, ну я вайшнав, зачем мне это нужно? Да, но вайшнав прежде всего также означает качество. То есть мы знаем, что есть 26 качеств вайшнава.
И я думаю, что большинство из нас, они знают, что главным из этих 26 качеств является преданность Кришне. И она считается сварупа лакшаной. Да. То есть основным и главным. А все остальные качества вайшнава, они являются второстепенными, татаста лакшана. Сварупа лакшана – это главное качество. И многие считают, что достаточно этого одного качества иметь, а все остальные, они не важны, потому что они второстепенные. Но на самом деле это не совсем правильное понимание, потому что присутствие этой сварупа лакшаны или преданности Господа, почему оно считается главным? Да потому что если у меня есть преданность Господу, все остальные качества, они автоматически появляются в нас. И автоматически означает, что я естественно следую этому. Это не то, что я просто предан Господу, а все остальное, ну, когда-нибудь оно через там, я не знаю, 20 лет проявится. Да, но пока они не проявятся, это означает, что эта сварупа лакшана у меня, она не настоящая. Именно так нужно воспринимать, что если у меня нет качеств вайшнава, если я не смиренный, если я проявляю совершенно противоположные качества преданного, да, то это как раз-таки означает об отсутствии сварупа лакшаны, отсутствии главного качества вайшнава, преданность Кришне. И поэтому Бхактивинод Тхакур, он начинает описание бхакти именно с этого, с правил варнашрамы. И первое, что делает человека человеком, это его нравственная составляющая. Да? Животные, они не имеют этого, потому что у них нет варнашрамы. Второй момент важный в этих качествах, это то, что не имея эти качества, мы неизбежно будем совершать бхакти-аппарат. То есть наше преданное служение, оно будет на уровне оскорбления находиться. То есть если я не имею качеств цивилизованного человека или гуны благости, то мое преданное служение, оно обязательно будет сопровождаться оскорблением. И это неизбежная вещь. А мы знаем, оскорбительное бхакти, оно не дает духовный прогресс. Духовный прогресс приходит только благодаря очистительному бхакти. Бхакти-абас – это минимум. Потому что бхакти-аппарат или нама-аппарат, то, что оскверняет человека, и оно считается грехом на самом деле. И если внимательно коснуться этого составляющего нравственной жизни, вот все эти составляющие нравственной жизни, то они напрямую связаны с взаимодействием между преданными. То есть, если у меня нет этих составляющих гуны благости, да, то я обязательно буду конфликтовать с вайшнавами. А конфликт с вайшнавами никогда не приводит к преданному служению Кришне. Невозможно служить Кришне, оскорбляя преданных. Давайте подумаем, да. Все прощения, если у меня нет вот этого духа всепрощения, и я не готов простить человека, смогу ли я развивать отношения с вайшнавами? Да? Я обидчивый, да? И я обижаюсь на кого-то, не могу его простить.
А неизбежно между нами все время какие-то спорные моменты. И вместо того, чтобы поддерживать в здоровом состоянии отношения, я буду разрушать их, не имея этого очень важного качества нравственной жизни, всепрощения. То есть способность прощать другим. Так? Дальше, благодарности. Представьте себе, что человек неблагодарный. У него будут отношения здоровые? Нет, правильно? Правдивость. Если человек склонен ко лжи, захочется ли вам иметь вообще отношения с человеком, который вам лжет? Нет, правильно? То есть вы будете воспринимать это как оскорбление, правильно? Честность. Если человек нечестный, в поступках нечестный, вы с ним начинаете что-то делать, а он пытается вас обхитрить. То же самое. То есть воздержание от воровства, это вот тем более, если к вам пришел преданный и украл у вас что-то, даже если он у вас украл фотографию вашего, ну, Кришны там или что-то, что-то в этом роде. Естественно, вы не будете с ним развивать отношения. Сострадание. Если у вас нет сострадания, человек заболел, а вы даже не пришли к нему, не посетили его. Самоотречение. Самоотречение – это способность контролировать свои эмоции. Да, если кто-то вам сказал какие-то слова, которые вам не понравились, а вы не умеете свои чувства контролировать, вы начинаете ему отвечать тем же самым. Или вы там лезете в драку из-за того, что кто-то вас обидел. Это принцип самоотречения. То есть способность контролировать свои чувства. Не выходить из себя. Самоотречение – это когда я способен не на ложном эго отвечать человеку, а воспринимать все на уровне непривязанности. То есть мы видим, что в основном эти качества нравственной жизни, они связаны с взаимодействием между живыми существами. Они предназначены для того, чтобы гармонизировать эти отношения, сделать их чистыми, безоскорбительными. И что это развивает? Это развивает здоровую сатсангу. То есть, если преданный следует принципам нравственной жизни, то эти принципы развивают здоровую сатсангу, которая, в свою очередь, приводит к чистой баджану или служению, к чистой бхакти. Потому что если у нас здоровые отношения, если мы способны бескорыстно служить вайшнавам, имеем хорошие отношения с вайшнавами, то наша нама, она будет чистой. Она не будет, или по крайней мере, она будет на уровне нама-басы. Я буду избегать этих оскорблений вайшнавов, и мое воспевание, оно не будет оскорбительным. Моя баджана крия, она будет не оскорбительной. Мое служение Кришне, оно будет очищать. И поэтому естественным образом сердце очистится, анарха неврити. И преданный поднимется на уровень стабильного преданного служения. Поэтому Бхактивинода Тхакур, когда описывает различные ступени бхакти, да, он начинает именно с этих принципов. Принципов варнашрамы. И когда он говорит, что такое бхакти, он объясняет, что следование принципам варнашрамы есть неотъемлемая часть, будем говорить, о видхи или бхакти на уровне правил и предписаний. Вот.
у нас не так много времени, уже 9, поздно начали. Вот, ну, небольшое резюме, что я хотел сказать. Хотел сказать, что на самом деле семейная жизнь, она, в общем-то, состоит из этого. Неотъемлемая часть семейной жизни – это общество. А общество, оно нуждается в цивилизованной жизни, в принципах варнашрамы. Вот. И тогда наше общество, Шрила Прабхупада во многих местах говорит о важности варнашрамы. Беседа есть между Харишаури и, по-моему, кто там был еще? Сатсварупа Махарадж. Харишаури, Сатсварупа Махарадж, Шрила Прабхупада. Давайте немного прочитаем, чтобы понимать, насколько Прабхупада был внимателен или, ну, хотел, чтобы мы развивались в системе варнашрамы. Сатсварупа Махарадж, он говорит, введена варнашрама, начиная с искон, Прабхупада, да, с искон, брахманы, кшатрии, должно быть регулярное образование, то есть образование, которое помогает человеку найти себя в системе варнашрамы. Но в нашем обществе, учитывая, что мы проходим подготовку как вайшнавы, говорит Харишаури, Прабхупада говорит, да, тогда как же мы сможем ввести подразделение варнашрамы в нашем обществе? Прабхупада, вайшнав – это не так просто. Чтобы превратить человека в вайшнава, необходимо варнашрама. Он говорит, чтобы превратить человека в вайшнава, необходимо варнашрама. Стать вайшнавом не так уж просто. Да, Харишаури говорит, это не что-то дешевое. Прабхупада, да, поэтому ее следует ввести. Стать вайшнавом непросто. Если бы стать вайшнавом было бы так просто, почему тогда столько моих учеников пало? Почему столько ушли? Прабхупада связь видит между этими вещами. Они уходят, потому что они не утвердились в гуне благости, они не утвердились в системе варнашрамы, в нравственной жизни, просто следовали принципам бхакти и не обращали внимания на свои глупости, которые они совершали. Вот. И дальше он говорит, стать вайшнавом непросто, саньяса предназначена для брахмана высочайшей квалификации. Он говорит, для чего предназначена саньяс. То есть саньяси может стать только брахман высшей квалификации. А просто одеться как вайшнав, это закончится падением. Таким образом, очень важная тема постепенно развивать в своем сердце бхакти. Не играть в эту роль чистого преданного, не обилашта шуньян гьяна карма гьяна авритам и так далее. Безусловно, это чистая бхакти. То, что описывает Рупа Гусвами. Но для того, чтобы подняться на этот уровень чистого бхакти, сначала человек должен утвердиться в гуне благости, стать цивилизованным человеком. Прабхупада во многих местах говорил, вайшнав – это совершенный джентльмен. То есть его поведение, оно совершенно. И таким образом человек должен получать должное образование и воспитание в сознании Кришны. Человек должен получать должное воспитание в сознании Кришны. Именно воспитание, потому что образование... У нас многие люди получают образование. Уйди.
У нас многие люди получают образование, но, тем не менее, поведение не меняется. Почему? Качество не меняется. Хотя Кришна говорит в Бхагавад-гите, что истинное знание – это и есть качество. Он говорит, смирение, отказ от насилия, чистота, самообладание, перечисляет все эти качества и в конце концов говорит, что это я провозглашаю знанием. Все остальное – невежество просто. Таким образом, невежество – это наши поступки. Это не знание, которым мы обладаем. Мы можем вызубрить Бхагавад-гиту. Я помню, в 80-х годах был один случай, один преданный. Этот преданный, он любил рассказывать о расе. И он все время начинал говорить, о, там Кришна, там... Расалила, там начинал, ну, такая сахаджия была, склонность к сахаджии. И он все время рассказывал об этом, о каких-то таких возвышенных темах. И однажды на Харинаме в Москве мы пели Харинаму, это было в конце 80-х, тогда это преследовалось, и он начал петь киртан. И он был ведущим киртана, он пел киртан. Вдруг нагрянули милиция. И как только он увидел людей в форме, он тут же бросил инструменты, бросил микрофон и убежал. Проявил такое чувство страха, что все не поняли, что происходит. А там сотня преданных где-то, они все пели, преданные остались и сами просто стали петь. Намасте, нарасимхая. Но для меня был это урок. Я увидел, что все эти лекции, все это выученные фразы, да, они ничего не стоят. Как только появляется форс-мажор, мы тут же начинаем проявлять низменные качества. Те качества, которые мы привыкли в жизни проявлять. Таким образом, трансформации нет в сознании. Поэтому нужно всерьез воспринимать процесс бхакти – это естественный рост. Естественный рост означает сначала утвердиться в гуне благости, проявлять качество гуны благости, качество нравственной жизни. И затем только мы можем утвердиться на уровне чистого бхакти. Я думаю, на этом мы закончим. Перейдем к вопросам, а то слишком... Поздно будет, да, уже. Может, есть какие-то вопросы, обсуждения? Преданный, можно включить камеры и задать вопросы, чтобы вот можно было. Примите поклоны, а не расправу. Я, знаете, что подумал, когда говорили про вот образование, то на сегодняшний день, в общем-то, вот человек, приходя в ИСККОН, он сначала получает такой вот, ну, вкус от Магьяны, да, вот на это акцент делается, да, вот, и, собственно, они, люди не приходят, чтобы получать, чтобы их воспитывали, ну, потому что большинство взрослых людей приходят, они не хотят, чтобы их воспитывали, они уже сами воспитатели, там, зачастую, это уже родители, там, какие-то руководители, вот, и я подумал, что, да, может быть,
должно быть вот это вот какая-то поступенчатая, да, которая вот с системой вот наставничества, заботы о преданных, вот она, похоже, должна решать этот, эти задачи, о которых вы говорили. Вы правильно я понимаю? Безусловно. Проблема в том, что образование, когда я говорю об образовании, я не подразумеваю просто академическое получение знаний. Академическое получение знания не дает воспитательного процесса. Воспитанием занимаются родители. Правильно? То есть воспитанием ребенка занимаются родители, те, кто несут ответственность. Подобным образом, воспитанием вайшнава или преданного, который вступил на путь духовной жизни, должны вести те, кто несут за него ответственность, его наставники. И наставническая система, она предназначена именно для воспитательного процесса. Для того, чтобы сначала дать человеку любовь и заботу. Когда вы дадите преданному любовь и заботу, он будет вас слушать. Он будет слушаться, подобно ребенку. Ребенок, он не слушается своих родителей, если родители не дают ему любви и заботы. А микрофон можно выключить? Оттуда шумы идут. Какой-то. Вот. То есть нужно понять, что воспитание, да, мы получили, вся проблема в том, что мы не получили воспитание в варнашраме, мы получили воспитание в западной цивилизации. Нас воспитывали так, что мы не должны уважать старших, мы не должны контролировать свои чувства, мы должны жить просто ради себя, как эгоисты. Но это неправильное воспитание, это воспитание млечных. Бхактивинод Такур говорит, это антьяджи. Отвергнутые. Те, кто... Он говорит, что само присутствие вожделения говорит о том, что человек антьяджа. Что значит вожделение? Вожделение означает совершать греховные поступки. Любой греховный поступок, он говорит о том, что я веду себя как антьяджа, а не как человек варнашрамы. Вот. Поэтому мы все получили воспитание антьяджей, так сказать, неприкасаемых. И для того, чтобы... так сказать, трансформировать сознание, прежде всего необходимо бхакти. Если бхакти не будет, у меня не будет стимула меняться. Но одновременно с этим нужны принципы нравственной жизни, и это должен делать наставник. Рейкаш. Спасибо, вопрос? Один раз. Что-то еще? Харе Кришна, Дираси Прабу. Можно вот такой вопрос задать? Я сегодня вот сейчас сижу, слушаю вашу лекцию, а вот вы сказали, если преданные обижают друг друга, вы потом сказали, потом что-то так. Но если есть преданный обижает, потом к ним подходишь и просишь, извинились, если он не хочет извиняться, что теперь делать потом с этим? Харе Кришна, спасибо. Ну, нас обидели, и мы требуем к себе извинения, так что ли? Вайшнав — это тот, кто не обижается прежде всего. Вайшнав, он не считает, что по отношению к нему поступили как-то плохо. Если по отношению ко мне как-то поступили, я считаю, что я грехи совершил в прошлой жизни, и сейчас я расплачиваюсь за свои грехи. Поэтому преданный, он как бы не обижается, он понимает, что ну, я заслужил я это. Поэтому он не требует извинений.
Он не поступает, как, знаете, в средние века эти. Я требую извинений. Вайшнав, он не требует извинений. Вайшнав, мы говорили, он обладает качествами нравственной жизни, все прощения. Как только человек его оскорбил, он уже его простил. Понятно? А вы еще говорили, с характером. У меня характер такой. Если меня может обидеть, я могу долго обижаться. Поэтому меняй свой характер. Я стараюсь. Вот, меняй свой характер. Я стараюсь, но не получается. Ладно. Время потребуется какое-то. Хари Кришна. Да я знаю, Хари Кришна. Ладно, Хари Кришна. Кто-нибудь еще? Или на этом мы можем закончить? Если есть еще один вопрос, последний. Тут сейчас вопрос от слушателей, кто к трансляции присоединился. То, что Кришна называет знанием, фактически является качествами человека или необходимыми условиями для вот, обретения трансцендентного знания. Вот эти качества, они, как же их развить, эти качества? То есть как стать настоящим ну, вот, гьяни, да, в полном смысле этого слова? Прежде всего... Качества развиваются в процессе практики, применения знания. Знание, оно имеет три уровня. Первое – это слушание, запоминание и слушание, повторение и запоминание. Шраванам, киртанам, смаранам. То есть я когда что-то услышал, я должен это повторить много раз для того, чтобы запомнить. И когда я запомнил, следующим этапом является осмысление мананом. Вот осмысление является очень важным аспектом трансформации внутреннего сознания или философии внутренней. То есть для того, чтобы меняться, человек прежде всего должен изменить внутреннюю философию. Которая является нашим, будем говорить, стимулятором к деятельности, которая стимулирует наши поступки. И что это такое? Что такое мананам? Мананам – это осмысление, когда я... В обсуждениях с теми, кто реализовал это знание, кто понимает, что это такое, я задаю им вопросы и рассеиваю свои сомнения. Обычно, если сомнения все рассеяны, то человек начинает легко действовать в соответствии с этим знанием. А если сомнения еще внутри есть, то мне сложно применить это знание. Поэтому осмысление происходит в процессе обсуждения с знающими людьми, которые реализовали это знание, и в процессе размышления внутреннего. И последнее – это нидидьясана. Нидидьясана буквально – это медитация или же применение знания, когда я начинаю действовать в медитации, потому что деятельность в медитации, как, например, наверняка вы видели человека, который действует в медитации, который очень хорошо знает свое дело. Если, например, кто-то там врач, да, и он полностью погружен, и он прекрасно знает свою науку, то когда он действует, его сложно оторвать от этого.
его деятельность, она совершается в медитации. Точно так же музыкант, да, когда он играет, если он очень серьезный музыкант, ему все равно, сколько человек сидит в зале, сколько человек его слушает, хлопают они, не хлопают, он полностью погружен. Он проявляет эмоциональные составляющие, когда действует. Точно так же любая другая деятельность, если человек глубоко ее осознал внутри, науку эту, то когда он действует, он уже в медитации действует. Поэтому для того, чтобы это знание, знание об этих качествах проявились в нашей жизни, что мы должны делать? Не просто прочитал эти стихи 8-12 из 13 главы Бхагавад-гиты. Я должен их муштровать и выучить наизусть. Затем я над каждым этим качеством должен размышлять и думать, обсуждать его с разных точек зрения, как его применить в жизни. То есть это глубокая медитация на знание, да, вот мананам, это размышление, осмысление. И затем, когда это все, оно войдет вовнутрь, как, например, у ребенка, да, мало один раз сказать ребенку, надо быть добрым. Правильно? То есть, если вы родители, вы имеете детей, вы прекрасно понимаете, если я один раз скажу, ты должен быть добрым, этого недостаточно. Вы должны 100 000 раз сказать ему, все время напоминать ему об этом. Когда он услышит об этом много сотен раз, он поймет, что это ценность. Это войдет внутрь. И это останется внутри него, и затем, когда он начнет жить, оно выйдет в форме осознанного знания. И он начнет действовать в соответствии с этим знанием. Но если я просто ему говорю, например, ты должен быть добрым, а сам я проявляю другие качества, у него появляются сомнения. Ребенок, он начинает сомневаться, ценно это или нет вообще. Ты же не проявляешь эти качества, значит, это не ценно. Но если я живу в соответствии с этим качеством и говорю ему много раз об этом, то он начинает видеть, да, это ценно. И это становится его ценностью. Потом, когда он начинает жить, он начинает это применять. Таков принцип. Принцип развития качеств – это время. Оно требует времени. Но об этом нужно много раз говорить, напоминать себе. Если я каждый день буду себе говорить, смирение – это очень важное качество. Я должен быть смиренным. Через годы я обязательно стану смиренным. Вот и все. Хари Кришна. Спасибо большое. Хари Кришна, Вираспру. Спасибо. Дантараджи Мат Бхагаватам Киджай, Шила Прабхупада Киджай.